Друзья мои, всем привет из солнечного Тбилиси. Я сейчас нахожусь на улице Триолетти, на третьем массиве. Иду опять в медицинский центр за своими анализами. И немножко покажу вам этот райончик. Раньше меня тоже просили, как-то все не получалось. Реализм. Куча. Так, ну, как обычно, собачки, которых я побаиваюсь. Убежал туда. Слава богу. Сегодня у нас с утра очень жарко, солнышко печет. Уже не знаешь, что одевать, кто раздет и кто одет. Но спасает ветерок. Я сегодня решила с утра, вчера должна была пойти, но не получалось. Оказывается, они там до 5, и у меня по времени не выходило. Так что я решила отложить на сегодня, чтобы уже спокойно пойти и сделать свои дела. Вот сейчас я поверну на Калаубанскую улицу. Если кто смотрел мои видео, вот по прямой, там находится школа, где мы в Нью-Джаба сдавал экзамен при поступлении. Вот здесь я поворачиваю и иду по Калаубани скуча. Когда попадаешь под такие вот деревья, под их ветки, то не так жарко. Этот старый район, так что здесь деревья тоже уже не молоденькие. Все зеленое, как уже вы видели из моих видео. Да и не только из моих. У нас в Грузии так. Все быстро-быстро зеленеет, расцветает и благоухает. Здесь есть вот такие старенькие тоже домики. Ой, смотрю, собачка на подоконнике сидит, греется на солнышке. Здесь магазинчики разные для огородников, садоводов, лопаты, да, веники. Мне пройти здесь не очень много. Я сегодня иду другим маршрутом. Поменяла, потому что как раз пришел автобус. И я на автобусе по-быстрому. Ну, какой здесь запах выпечки. Пончиками пахнет. С кремом. Пекарня. Здесь мне урадили. Магазинчики. Какая здесь распродажа этого био-био. Базар прямо на улице. Овощи, фрукты. Меурады танцацмели тоже здесь. Есть вот клубничка за 7,50, яблоки 2,50, даже уже арбузы 2,50 есть. Все, подошла я к центру, друзья. Захожу. Бог даст, все будет хорошо.
Здесь всякие салоны красоты, аптека. И напротив магазин Фреско. Давно я не была уже. Может, потом зайду. Посмотрим по времени, сколько займет у меня. Пока я заберу, пока зайду к врачу на консультацию, потом уже буду свободна. Все, подошла я к медицинскому центру. Здесь книги продаются. Все временно. Всем пока. Все, друзья, вышла я из центра. Все, слава богу, хорошо. Сейчас хочу зайти в Фреско. Только я не вижу вход, с какой стороны. Наверху, что ли? Или дальше. Давно я здесь была, потому не могу понять. А вот там дверь открылась. Потому что здесь все нарисовано сверху, и все двери. Не поймешь, где вход. Вот так. Заходим. Так, здесь налево аптека, а сюда магазинчик. Здесь так холодно. Отдел холодильник полный. Очень большой магазин. Смотрите, прямо аж туда еще тянется. Здесь всякая выпечка, хачапури, слойки. И еда готовая тоже.